Ну, это мы всегда можем. Мы все время встречаемся и все время куда-то все деваются на туре. Так, у нас один бот остался. Так, вот это большое пространство мне что-то не нравится. Надо все перезарядить на туре. Ладно, что такое еще? Ой, блин. Ой, блин. Молодец. Падла. Ох ты, ёкарный. Долби в эту хрень. Нет, блин. Ой. Тихо, тихо, тихо. Я даже не успел. Ой, смотрите. Там какой-то гарпун. Ладно, что-то не получается. Что-то мне надо было сделать, что ли? Что надо? А, к лазерам. Хорошо, сейчас заманим. Свали, сволочь. Давай, иди сюда. Давай быстрее. Ну? И чё? А, я понял. Во! А что делать? Долбить в него, нет? Я хоть правильно делаю, ёж? Надеюсь, правильно. Давай. Блин, ну хрен ли ты, блин. Да ёк, кормить ты. О, нормально. А что делать-то? А, вот это, наверное, жать. Что, нет? Ну? Давай. Чё? Чё, не так что-то сделал, что ли? Нет! Собака. Сволочь. Завались. Мерзкая сволочь. Так, что делать? Надо заманить к лазерам. Давай, иди сюда. Все, стреляй. Стреляйте. Так, что делать? Давайте думать. Эту штуку крутить? Надо нажимать. Что, все сделал, что ли? Да что надо-то? Я хоть правильно делаю это? Ну-ка, сейчас он побежит, засранец. Ну, не сдох еще. Ой, собирай патроны. Ой, металлолом, нафиг он мне сейчас нужен. Надо к лазерам его заманить. Ой, блин. Ну ничего, он нас не схватит, это точно, наверное. Давай, иди сюда. Я тебя жду. Ну, застреляйте в него. Красавцы. Что, крутить что-то? Давайте крутанем. Что, нет? Я жму. А, наверное, это было заскриптовано. Надо было постоянно нажать, видимо. Ну что, это было не так-то и сложно, по сути дела. И что, все? Даже никто ничего не скажет, какой красавчик. Такой секси, завалил такого громадину такую. Благо, тут еще не было этих других расчленителей, некроморфов. Так, что там по инвентарю? Ну, блин, стазиса вообще до хрена просто. Вот как чем не пользуешься, того и до хрена, собственно говоря. Так, ну все, вот что-то эти замерзшие. У них ничего не падает, ну и нафиг они нужны.
Так, тут, ага, нам наверх. Так, ботов больше нет. У нас этих ничего не упадет. Она не взорвется? Нет. Так, а это что такое, правда? Датчик. Угу. Ну ладно, давайте идем, куда нам там надо. Аптечка. Сразу маленькую используем. Ну, может, он и по возрастанию, собственно говоря, и использует их. Не знаю. Давай же быстрее. Так, ну тут, надеюсь, косяков у нас никаких не будет. Вроде прямо пока надо. Это из-за того, что shift нажимаю. Или... Ой, что происходит? Извини-ка. Давай. Что происходит? Давай, лезь вперед. Все нормально, вот уже добрались, как слишком быстро и слишком просто. Ну? Ну, давай. Ну, раньше как-то сам спокойно добирался же, чё ты. Фонарные столбы, что ли? Gave up, Ellie. I'm so sorry. This must be the place. But how the hell do we find this Rosetta? She must have a lab up there someplace. We should look for an office or a set of files, anything with her name on it. We can take that to the entrance. Come on. И зачем ты отвернулся? Чтобы они исчезли, да, незаметно? А вон они, ни хрена. Всему свое место. Так. Исследовательский центр. Так, отлично. Где у нас все наверху? Ну хорошо. Так, здесь у нас гололед. Здесь у нас цепь модернизации. Уж сейчас-то нам точно все будет влезать. А что-то наверху очередная касцена или как? Заставка. Понятно. Тебе повезло. Если б я начал быстрее забираться, как вы думаете, они вместе со мной упали? Они же по лестнице тоже забирались. Че? Ты это самое, веревку скинь мне. Так. Ну да. Сюда придется идти пешком. И что нас тут ждет? Нас тут ждут, я слышу, ресурсы. Ага. Ну, у нас бота нет, поэтому... Кто тут ходит? Я просто, смотрите, в качестве ящиков ничего тут нет. Есть, конечно же. Первый патрон, опять патрон. И здесь патроны. Ну, здесь ресурсы, которые нам... Ёлки зелёные. Так, чем вы нас порадуете, мерзкие твари? Не понял. Чуть маловато как. Так, ладно, там еще что-то слева вроде было. Подожди. А, ладно. Пробежимся, пожалуй.
Так, что это тут зеленое светится? Какая-то подсветка. Ну и разломанные ворота. Интересно, кто их разломал? Наверное, какой-нибудь... Ёп. Это что было? Эй, выходи, кто там? Капец. Тут реально стрёмно было. Существо, разломавшее эти ворота, явно находится здесь. Ну, или, может быть, они от холода просто треснули. Да не, он... Да не, там никого нет. Он не может так прятаться. А кто тут был-то? Это обелиск. Ну, точнее, все, что от него осталось. А, тут везде обелиски. А кто... Блин, это... такая напряженка, кстати, реально вот сейчас вот стрёмно. И тут я слышу ресурсы. Так, ладно. Валим. Ой, блин, сейчас бошки появятся, наверное. Тишина. Один хруст костей, который... существ, которые давят Айзек, которых... Соматический гель. Так, опять... Мы на поверхности. Так, это наш, по-моему, да? Heads up. Looks like Danica's had time to regroup. А, нет. Damn it. How do we find Rosetta if she's been dead for 200 years? Wait a minute. Dead. Rosetta lab. It's here. Perfect. Send me the coordinates. Now let's hope Danica doesn't find us before we can build this codex. Третья цель в лаборатории Розетты. Стремление остановить некроморфов. Вот то, что придает Элли силу. Так, ну отлично. Ну, может, мы будем возвращаться, наверное. Винтовка с автоприцелом. Интересно достаточно звучит название. А, так вот, может, наверное, возвращаться сюда будем. Тут вот, видите, ресурсы есть. О, вот это нормальная тема. Я всего второй раз, по-моему, за игру взламываю таким образом. Вот это здорово, кстати. Вторую часть это было придумано. Интересная тема. Так, что это у нас? На голубеньком бы хотелось пройти каким-то. Чисто на голубеньком. Так, что тут пишут? Только мы тоже с тобой... Мы, нам везде двери открыты, нам везде рады, всегда рады. Тара-та-там. Чё они там делают, мерзкие уроды? Вот и все. Ой, блях ты, муха. Это еще что там? За гуманоид. Ой-ой-ой. Ой-ой. Бляха-муха. Давай, долги, долги, долги. Месят, месят, месят меня. Урона не хватает этой базуки. И обойма, количество патронов тоже маловато. Да что уже завалишься? Нет, это что такое вообще? Это что, завались уже? Патрон вообще не к фигу, скажем, очень мало. Так, ладно, аптечку. Дальше пока не пойдем. Посмотрим, что здесь. Обойма здесь. Так, ну сюда мы потом вернемся, наверное. Так, костюмы вроде мы нового не получали. А-а-а. Так. Вот он, новый. В 23 веке.
Ну давайте, 23 век. Посмотрим, чем ты нас порадуешь. Нормально. По иксу, но желтенький мне больше нравился. Так, броня. Ну, хрен знает, что она нам даст. На 5%. Ну что, замечательно. Нам ничего не надо. Так, по аптечкам у нас есть маленькие две. Так. Все. А, подожди, да. Ну да, сейчас еще дальше. Так, смотрим. Таран, три бота, смотрим, что они нам дадут. Вольфрама нормально. Следующее, что нам дает. Красавцы, че. Что тут можно сделать? Вот, что это такое? Урон дичайший. Что это? Детонирующие заряды. Электрический зонт. Так, подожди, сейчас мы прокачаем. Так, вот сюда надо. Блин, я бы сюда обойму еще качнул. Плюс две обоймы. Так, что тут у нас надо? Да, давай сюда еще одну обойму. Обойму. Обойму плюс урон. Нет такого. Урон плюс обойма. Так, давайте еще одну обойму. Здесь урон, перезарядка. Я вообще то качаю, бляха-муха. Да. Так, что сюда? Урончика качнем. Два урона и темп стрельбы шикарно. Здесь что это такое? Обойму надо качнуть. Здесь что? Что? Темп стрельбы. Плюс два... Ух ты, это что-то золотая какая-то. С черного рынка. Давайте... А зачем вот это вот надо, если вот такая суперская штука есть? Она ничего не минусует, но добавляет также. Yeah.